половина. Вот она. Вот. Сегодня поднялись на голубятню. Подожди, Игнатьевич решил тюрюк измерить. Что ты, ставь. А там не надо, все уже. Еще там лазишь, в капкан попадешь. Вылетел. Там за две недели на капкан. Крыш масло. За две недели два. На кого это? Там и на голубятни. Я говорю десятками. Ставь. Что так? Так. Ну, ноль поставить. Ну, это потом, когда ты поставишь. Дай, покажи ему где-то. Меня направь снимать. И где тут какая единица? Все, подправляй сейчас, чтобы на ноле стоял. Ну, давай. Все, на ноле. На ноле? Ну, и что вы хотите? Ну, посмотри. Тюрюк поставить. Вот. Вот эту вот. Взвесить, чтобы не раздавить. Мне надо узнать, сколько стоит весит один тюрюк. За низ бери, а я тут буду помогать. Не-не-не. А как это? Так, не нагибайся. Вот. Сколько? Нет, это только как? 30 показывай. Так. Ровно 30, да? Да. Давай. Но это не точно, все равно. Ну почему? Ну потому что если его вот так вот наклонить. И так 30. Да нет, 30 пускай. Сюда наклони. Ну так уже 25. Я не знаю. 30 показывает, ладно, 30. Давай маленько 20. Подтянем кверху по цифру. Тогда цифр не будет видать. Ну маленько чуть-чуть назад. Сколько? Убери руки. Так 30. А? Ну 30. 33. Ну да нет, 33. Ну ладно, 33. Я спорить не буду. 33. Давай. Теперь смотри. Вон тот пустой тюрюк принеси свежий. Сколько для одного будет? Заминусую и все. Ну, там маленько бок у него не так. Все, постой, положи, это не то. Я сейчас дам хороший. Давайте сюда его. Сколько он стоит? Так у нас еще там это. Сколько? 3. 3? Да. Ну так. Ну тут еще покрышка. А там-то без покрышки было. Ну 30 вмещается. 30 килограмм вмещается зерна. Там 30 было? Я говорю, 30 килограмм вмещается в тюрюк. А, в тюрюк. Ну все тут. 30. Давай теперь. Ну все, вот этот мешок тебе надо снять, хотя бы один, где-то. Но они у нас неровные, опять же. Да, неровно. В тюрюк ходит два. Ну, а, мешка-то? Мешко. Вот эти мешки, которые висят вот под кулями, вот, везде два мешка, вот оно видно. Сколько мы у нас? Ну, а мы на глазок все делали-то. Ну, они все разные. Все разные, да. А как это можно узнать? Ну, примерно хотя бы. Ну, примерно сколько в нем? Ты поднимал сегодня. Не знаю. Надо снять один. 15 килограмм есть в нем? Ну, один снимите, да и все. На, возьмите, я сниму. Началось. Камеру возьмите. Давай, вот этот? Ну, давай. Я давно уже хочу это узнать. В этот 30 я почему-то думал, 30 и есть. А вот здесь думаю, что 15 было бы. Не тот берешь. Тут три висит.
Ну, несколько, все три сейчас взвесить по одному. Так, и среднее взять. Сколько? 15 есть? 16. А? 16. 16, убери, сейчас следующий сними. Это уже остатки мы вешали. Третий сними. Из трех уже возьмем средний, примерно. Так, смотри. 14. 15 получается по средним. Так, а это свыше 15 разделим. 16. Сколько? 16. Все, в среднем 15. Вешайте назад. А это у меня голуби. 15. Вот еще сверху, чтобы голуби не раздавливали. Рубероид. Рубероид. Давай. Все вот из рубероида. Так. Так у нас там по два или по три? Что-то три-то почему? Ну, два в основном. Надо третий считать не надо. А там девать некуда было. Концовка была. А вот давай, Сергей, сейчас просчитаем, что у нас есть в наличии. Сколько здесь висит этих? Посчитай. Там сколько висит? Четыре? Четыре. Посчитай, сколько здесь. Про себя. А кое-где по три. Вот по три. Так, сколько всего? Пошел проверить. 15. А сколько? 15. 15 всего? Здесь 15. А вот здесь? Нет, я имею в виду это. Висят, которые. Ну, висят. Это вот эти и вон те вместе. 15, там 19 получается. 19. И тут по 3 висит 20. 20 умножить на 2 мешка, это вместе не 30. 20 на 30 сколько будет? 60. А? 600. 600. Так, теперь 600 запомни. Давайте. Теперь сколько тюрюков у нас заполнено? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, 23 на 30. Сколько будет? Ну, лучше 20 на 30 посчитать. Так, 20 на 30, 600. 23. Ну, 3 прибавить можно. 690. 690. 23 на 30, в каждом 30 килограмм. Сколько будет? 690. 690 до 600. Почему? 20, ну да. 1290. То есть тонна 290. Да, подожди. Ну, считай, 1,3. Я дальше вручную. Нет? Я дальше вручную посчитал, у меня 1300 получалось. Так и есть. 1300, да и мы скормили сколько. Короче, так. На год 2 тонны. Прожорливая птица. Все, уходим. А теперь я буду знать, и записать надо. Все, не уронить только. Теперь что у нас? Сколько мы этих насчитали банок? Покажи сюда. 50. Оставляем людей. Сколько, 50? Да. 50 банок. Покажи туда дальше, до самого конца. Да, да, видно. Так, и здесь наклонись под эти, там не увидим где. Банки залили водой по 5 литров, 50, 250 литров. 2,5 кубометра воды занесли сюда. Дальше у нас песок. Все у нас есть. Соли я насыпал. Уходим. Это на зиму. Я пойду, наверное, договариваться сегодня, чтобы пришли втроем. Ну, три. Один, если кто-то из них уедет, другой, третий. А там что у вас висит? На решетке что висит? А? На решетке что висит? На окне на решетке что висит у вас? Не знаю. А где? Вверху. На окне. Вот это вот? Да. Просто под картон. Это дерево плита.
Еще тут нету. Давайте два тазика с этим. Ну, соль там стоит. И вот еще запасной бак. Соль. Я их не упускаю на улицу. Песок. И этого, которого щубастого нету, он, видимо, вылетел, залететь не мог. Потерял я его. Новая порода была бы. Дикий голубь с щубом. А песок, не знаю. Песок с солью для чего? А? Песок с солью для чего? Еще для переваривания. Голуби у меня хорошие. Сейчас не болеют, дай бог, дальше так. Покажи маленько их. Сколько, не знаю. Надо как-то вечером посчитать. А вон, видишь, маленькие сидят в гнезде. Да-да, вот двое. Вот отсюда зайди, Володя, увидишь. Вижу. Вон они. Значит, я знаю, один этот король в счет, три палевы, четыре сизых, и остальные белые да пестрые. Белые буду звать их. Вот, значит, там один. Брат, не ходи, не ходи, не ходи. Он насыпал. Горох с зерном. Перед отъездом вылить весь тазик и почистить, и это мы сделаем. Опять залезли крысы. Две крысы поймал. Иди сюда, я покажу, как я ставлю капкан. Это труба идет, низкая вещь, голландка. А это вот, вот сюда наклонись, там дырочки. Вот сюда вот. Вон туда дальше. Вон. Вот там видать. Да, видно. Видно? Видно, видно. Вот. А теперь капкан вот большой на две дужки. И сколько? Три я загородил. И они больше деваться некуда. И они сразу попали. За две недели две крысы. Ну, в общем так. Крыса съедает голубей с потрохами. Очень прожорливая тварь. Осторожно. Запасной у нас рулончик тут лежит. Обеспечили себя как надо. Все на этом. Покажи железную дорогу. И какая зелень там. Я не знаю, то ли озимые посеяны. Да. Или трава выросла так. Какая зелень-то? Я сомневаюсь, что это трава. Что-то он посеял там, видимо. Посеял, видать, да. Ну и у нас и сверху вот видать, какая усадьба вроде тут. А вот там маленький околочек, березки, раз они были молоденькие, там был телятник, моя мама работала там. Все есть. Земля зовет к себе труженика. Вот видно нашу морковку. Сейчас мололи. Так, ну что, сходи. Я за вами. Скоро обед будет. Все сделали. Держи, не торопись. Весы не урони. Иначе им кают. Ну также в шкаф их, где большая дверка открывается у шкафа. В трапезной. Нет, все-таки не надо. Переобуть. Конечно. Сейчас переобуешься. Так, ну что, зальем это или нет? Не, не знаю. Как не знаю, как скажете. Все? А? Все, да. Все сделали, как положено.